Особое внимание при дезинфекции подъездов уделяют контактным поверхностям, ручки дверей, почтовые ящики, кнопки лифта. Все это обрабатывается особо аккуратно. Используют специальный препарат с содержанием хлора. Для человека он безвреден, чего не скажешь о вирусах. Действие такой обработки может сохраняться несколько дней. Однако по распоряжению губернатора Дмитрия Азарова, чтобы не допустить распространения коронавируса, дезинфекцию в подъездах многоквартирных домов проводят ежедневно. У нас коронавирус-то еще не кончился, поэтому все нужно обрабатывать. Плюс у меня еще жильцы иногда бывает просят дополнительно еще вызвать. В ведении управляющей компании, в которой трудится Руфия Колчина, порядка 300 домов. Для ежедневной дезинфекции наняли дополнительных сотрудников. После обработки вы должны почувствовать ненавязчивый запах белизны. Такой же, как вы чувствуете, находясь в бассейне. Штат сотрудников сейчас позволяет сделать данную процедуру. Были приняты дополнительные сотрудники, которые являются дезинфектором. Помимо уборщицы, они выполняют эту нагрузку. Дезинфекция подъездов проходит, невзирая на праздничные и выходные дни. Контроль за работой осуществляет как специалисты администрации, так и управляющие микрорайоном. Свидетельством выполнения работ служит акт, подписанный одним из жителей многоквартирного дома. Мария Левина, Василий Колдашов. События.